Добрый день, дорогие гости, дорогие односельчане. Спасибо всем, что пришли сегодня и разделили этот прекрасный праздник сегодня, в этот прекрасный день. И я хочу пожелать этому новому заведению, чтобы это была кузница чемпионов не только по борьбе и по другим видам спорта, олимпийских чемпионов, чемпионов в разных дисциплинах. И хочу слово передать главе нашей республики Юрию Александровичу Кокову. Добрый день, уважаемые друзья. Я тоже очень рад сегодня здесь находиться, в таком прекрасном месте. Сегодня и день удался. Я говорю, что все располагает к тому, чтобы люди жили в достатке, люди имели те возможности, которые сегодня должен иметь современный человек. И вот одним из таких шагов является и открытие вот этого прекрасного спортивного комплекса имени Мухаддина Хаджи. Я думаю, что те ребята, которые будут заниматься спортом в этом прекрасном комплексе, будут и чемпионами с большой буквы. То, что мы сейчас говорим, то, что мы сейчас наблюдаем, то, что мы сейчас поздравляем всех с этим комплексом, это означает, наверное, разворот к этому. Чтобы эти села снова ожили, чтобы люди увеличивались, чтобы тот баркат, который был у наших предков, который нам дает Всевышний Аллах, чтобы он начинал снова поднимать Верхнюю Балкарию, поднимать все ущелье, поднимать всю Кабардино-Балкарию и весь Кавказ. Огромное спасибо! Огромную свою благодарность таким людям, как Мухаммед Мухаддинович, который, честно говоря, построил вот это прекрасное здание, сооружение. Благодаря таким людям, видимо, строится и мир. Да берите пример, молодежь, дети, с таких людей, которые, благодаря которым созидают добро, красоту. Во имя народов Кабардино-Балкарии, во имя Кавказа, во славу нашей великой Родины. Сізге ва Аллах рахатлық, саламатлық берсін. Те мұраттарыңыз толсын. Мұраттарыңыз толғанына қуана өміріңіз ұзақ болсын. Бұлай сауғаларыңыз бірлеріңізге Аллах көп етерсі насип етсін. Тілектеріңізге Алла жауап берсін. Ассаламу алейкум. Поблагодарить тех, кто оказывал активную помощь в строительстве этого здания. Я помню всех, я знаю всех. Спасибо. Без села, без людей, которые это помогали возводить, этого здания не было. В ответ на ваш подарок, вот у нас село, я надеюсь, где-нибудь в администрации вы это повесите.